Самый крупный телевизионный кулинарный проект на Северном Кавказе накануне официально презентовали на площадке форума «Каспий-2019». Юные участники шоу «Супершеф-дети» телеканала ННТ под руководством известного повара Гоги Базандарашвили готовили вкусные блюда и угощали всех желающих. Но это еще не все. Уже сегодня участники форума «Каспий» смогут также посоревноваться в кулинарной битве. Здесь, на площадке проекта «Супершеф-дети», пройдет кулинарная битва между уже участниками форума 2019. Победитель получит ценные призы от торгового дома «Киргу». А самое главное, получит приглашение 9 октября принять участие в масштабном кулинарном фестивале «ГАРД». Напомним, «Супершеф-дети» — это проект телеканала ННТ, учредителем которого является торговый дом «Киргу». В течение всего сезона 24 юных участника кулинарного шоу будет бороться за право первенства. Посмотреть первый выпуск можно уже сегодня на нашем телеканале.